Короче, свалил я с этого Тинькофф Мобайла обратно в МТУС, потому что Тинькофф Мобайл — это отстой. По факту списывалось гораздо больше баблища, то есть больше, чем, ну сколько сейчас платят, там питик в месяц, да? Вот. То есть связь стоит 500 в месяц, а у Тинькова уходит вот по итогу больше, то есть у него гиги стоят отдельно. А если брать тарифом, то там тоже получалось дороже. Как-то так. Поэтому Тинькофф Мобайл — связь отстой. Могу приложить скрины, если нужны будут очень вам.